Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео мы с вами выполним коррекцию гелевого покрытия без опила и также сделаем интересный дизайн. Здесь у нас есть небольшие отслойки у торца. Все потому, что мы так торопились в прошлый раз, что даже забыли выпилить свой ноготок изнутри. А ведь это нужно сделать обязательно при укреплении гелем. Очень многие мастера пишут о том, что у них у геля отслаивается именно торец. Сейчас я вам объясню, почему. Свой ноготок под нашим искусственным покрытием начинает скручиваться. Так вот, а гель наш, он остается неподвижным, то есть он не проседает, он крепкий и он как бы стоит на месте. Свой ноготь скручивается и, как следствие, отслаивается. Ну и, конечно же, плюс механические разные воздействия на него тоже происходят, поэтому этот процесс еще больше ускоряется. Ручки у меня огородника, да-да, такие красивые руки, и это, кстати, руки достаточно возрастные. И будем переделывать маникюр однозначно на темный, потому что начинается сезон грядок, овощей, рассады. В общем, сделаем темное, но не темное. Если вам уже интересно, то обязательно оставайтесь со мной. Когда я опиливаю форму, всегда возникает такое чувство, что где-то не хватает угла. Поэтому углы мы обязательно будем докладывать акригелем. Кстати, я чаще всего даже не беру за это никакой дополнительной стоимости. Почему? Потому что сделать это очень быстро. Ну, а наноситься такой маникюр будет гораздо лучше. Ну и, конечно же, в принципе, работа будет выглядеть красивее. Вы сможете выложить ее в ленту. И сможете также порадовать других своих зрителей в Инстаграме, и потенциальных клиентов вы также сможете найти благодаря этой фотографии. Поэтому не ленитесь, достраивайте уголочки, если не хватает до квадрата, либо до красивого миндаля. Это сделать совсем недолго, а вид уже будет совершенно другой. Пушером отодвигаю кутикулу. Короткий пушер к прилипшей кутикуле подходит лучше всего, поэтому я использую вот такой от Silver Star. Топориком, если есть какие-то склейки, обязательно всегда проверяйте. Ну и, конечно же, земельку тоже можно из-под ноготочков иногда вычищать, также этим топориком. И приступаю к обработке. Для этой кутикулы подобрала пламя 23 диаметра от КМИС с синей насечкой. Почему взяла именно синюю? Несмотря на то, что кутикула здесь относительно небольшая и достаточно тонкая, плюс руки возрастные, кутикула чувствительная, но вот боковые валики очень и очень сухие. И даже если вам сейчас этого не видно, поверьте мне на слово, чистить там было что. И клиент очень ценит, что он уходит, и боковые валики у него всегда зашлифованы до блеска. Ну и вообще руки, конечно же, помолодеют, вы сами увидите как. Запомните это до. И в конце видео посмотрим, как же будет после. Когда делаете маникюр, обязательно не забывайте про натяжку. Если вы будете работать вслепую, то вы обязательно допустите ранение в синусе. Это самый важный фактор. Такой лайфхак можно просто использовать верхний захват, и благодаря этому вам карман будет видно намного-намного лучше. Обороты, кстати, я уменьшила как раз-таки для того, чтобы не допустить ранений, так как кутикула чувствительная. И выполняю срез 505 модели от Silver Star, очень ее люблю, у меня таких ножниц уже где-то 6 штук, и я ими очень довольна, всем их рекомендую к покупке. Делаем срез единой колбаской, стараемся, чтобы потом не было заусенцев. Ну и, конечно же, не забываем про шлифовку кутикулы, это нам и позволяет не допускать заусенчиков появления уже потом, после некоторой носки нашего маникюра. На те ногти, где мы будем выполнять ремонт, я тонко-тонко наношу подложку из любой каучуковой базы. В этом видео я наносила базу Maltini Rubber и промазываю я тонко для того, чтобы не допустить лишнего объема нигде. Просто делаю подложку и все. Делаю я ее, кстати, не только на тех ноготочках, где мы будем делать ремонт, но и в принципе на всех, так как под укрепление гелем нам также обязательно нужна будет подложка. Промазываю этой кисточкой плоской, обязательно еще и торец, как бы закрепляя, но все равно акригель придется докладывать. Акригель у меня от Мистик, выкладываю я ее апельсиновой палочкой, а выравниваю вот такой вот кистью. Кстати, нашла идеальную кисть для акригеля, представляете, специальную. В ближайших видео я вам ее покажу, она очень похожа на кисть для акрила, но все-таки немножко не то.
Объясню, в чем плюсы и минусы ее. Если интересно, обязательно напишите, потому что акригель выложить практически без опила нужна именно хорошая кисть. Выкладываем недостающие фрагменты, обезжириваем и приступаем к опилу. Опиливаем ноготь так, как будто мы ничего не докладывали, как будто просто он у нас так отрос. Так проще всего ориентироваться. И еще, пожалуйста, не забывайте, что длину ноготочка мы делаем от кутикулы до свободного края и сравниваем между собой ногти также. Не ориентируйтесь на длину свободного края, то есть на нашу отросшую часть. Если вы будете ориентироваться на нее, то ногти будут все разные. И еще не забывайте сравнить между собой два больших пальца, два указательных, два безымянных и так далее. На второй руке делаем то же самое, обезжириваем, вычищаем, если где-то у нас акригель прилип, также апельсиновой палочкой можно помочь себе отсоединить акригель от пальца. Кстати, ничего страшного, если он у вас попадает именно на кожу, акригель такой материал просто великолепный. Спасибо тем, кто ее придумал. И будем сегодня делать с вами укрепление гелем от Maltini. Почему именно его я выбрала? Кстати, заметили, сегодня такой микс материалов, просто клиент пришел, что он выбрал, то я вам и показываю. Когда мы в прошлый раз делали коррекцию, а у клиента очень чувствительные ноготки, и любой материал печет, поэтому когда я делала выравнивание и укрепление холодным гелем от Maltini, клиент был в полном восторге. Представляете, когда вы вообще не чувствуете теплового эффекта, а ногти крепкие и носится он хорошо. Ну, вы сами все видели. Поэтому делаем промазывающий скользящий тонкий слой, выкладываем горошинку, материал мы распределяем по центру, а в боках мы помогаем себе тонкой кисточкой. Когда вы себе помогаете тонкой кистью распределять базу или гель, это позволяет вам добиться минимального скопления материала в боковых валиках. В принципе, что и нужно нам для правильной архитектуры. Выравниваем гель, не забываем перевернуть ручку и выстроить апекс. Вот такие вот красивые блики у нас получились без опила. Теперь нам нужно только обезжирить гель и забафить. Кстати, бафить гель или нет? Расскажу, когда я снимаю липкость и гель блестит вот так, как гель от Maltini, я обязательно его бафлю, потому что это очень глянцевая поверхность и возможно такое, что цвет сойдет, а гель останется. Поэтому нам для лучшей сцепки гель лучше забафить. С другой же стороны, существуют гели, которые после полимеризации и снятия липкого слоя становятся матовыми, как, например, любой цвет. И такие гели я не бафлю, поэтому бафить или нет, смотрю по обстоятельствам. Ну и вы также смотрите. С другой стороны, каждый, наверное, мастер уже знает все свои материалы. И еще, смотрите, беру и обязательно выпиливаю торцы. Пилю я совсем немножко, не выпиливаю весь ноготок, а именно те пару миллиметров, которые у меня могут отслоиться. Ну и, конечно же, после этого обязательно пройтись пилкой и немного выровнять форму ногтя, чтобы он был ровный. Всегда заканчивайте опил длинными протяжными движениями для того, чтобы не было на форме зазубринок. Покрываем ногти цветом под номером 2 от Mystique. Это черный цвет, ложится он в два тонких слоя, он не густой, то есть работать им очень комфортно. Сначала я не покрываю под кутикулу, просто делаю обычный слой в стык, даже может быть чуть дальше, потому что со второго слоя все перекроется. И уже на втором слое отодвигаю кутикулу, делаю еще один такой же слой, только чуть с заходом, то есть чуть ближе, и уже прокрашиваю тонкой кисточкой. Гель-лак не течет и комфортный в работе. Вообще черный – это самый сложный цвет для прокраса, потому что если где-то у вас будет хоть один малюсенький косячок, и вы, клиент, обязательно это заметит. И еще его сложнее всего вытереть с кожи апельсиновой палочкой или кистью. Вот такое вот замечание. И дальше я беру цвет под номером 80 от Mystique и делаю небольшое такое молочное пятнышко, то есть как молочный градиент, только полностью на цвете. Вообще, Instagram, конечно, пестрит этим молочным градиентом, и многие им уже насытились. Скажите, пожалуйста, а вы уже делали такой дизайн своим клиентам? Мне кажется, это беспроигрышный способ сделать градиент у тех людей, у кого он не получается пока еще плавный. Поэтому благодаря молочному цвету все нюансы и все косячки, они скрываются.
Тонкой кисточкой также помогаю материалу распределиться и делаю все то же самое на всех других ногтях. Nano Top от Mystique просто незаменимый помощник для вас летом. Почему? Он не имеет UV-фильтра, а значит, он не будет искажать цвета на солнышке. Черный цвет я покрываю всегда только им. Когда клиент выйдет на солнце, его цвет так и останется черным, а ни в коем случае не будет синим. Ну и здесь у нас блесточки Star. Я ими работаю не по топу, то есть этот ноготок у меня топом еще не перекрыт. Они очень плотные, и ими я рисую веточку. Если честно, мы очень долго думали, чем же дополнить такой дизайн, такие ногти, которые сами по себе смотрятся очень красиво. Но захотелось нам каких-то блесток. И напишите, пожалуйста, чем бы дополнили вы, что бы сделали вы. Были варианты у нас с геометрией и вот с такой вот веточкой. Если видео было для вас полезным, интересным, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много полезных видео и много полезной информации. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!